Здравия желаю. Итак, сегодня будем пробовать с генератором. Колесо с генератором. Сейчас покажу схемку. Схемка вот. Значит, колесо, которое крутит. Вот генератор на 585 ватт. Значит, вот это крутит, колесо крутит, дает инерцию. А вот это вырабатывает ток. Вот ток выходит туда. Так. Включаем вот это. Посмотрим, что будет. Все, запустим. Значит, какой запуск? 0,1 секунды работает, 3 секунды отключается питание, но работает на инерции. Это значит 1:30. Запускаем. Так. Запускаем, пусть разгонится. Пусть разгоняется. 0,1 секунды все работает. А 3 секунды это инерция. Надо разогнать его. То есть несколько минут на разгон. Напряжение выхода 7 вольт. Не меняется стабильно. Замерим потребление. Я уже замерял, еще раз замерю. Скорость не падает почти. Напряжение там скачет 1,2. 7,2 так, 6,8, 6,9.
очень средним сил. Так, 2,4 секунды, как видите, прошел круг. Пока выключим, сейчас посчитаем. У меня уже все посчитано. Ну, еще инерция у него, видите, сколько. То есть, есть еще запас. Если магнитный мотор взять, то будет лучше. Еще лучше. Запас имеется. Дальше. Значит, вот такие данные. Вот такие данные вышли. Я вот записал все. Так. Значит, 7 вольт выход. 7 вольт выход, это вот у нас подсчет. 20 разделим на 7. 31,42. Дальше получается. 585 этот двигатель, генератор. Разделим на 31,42. 18,6. Помножим. На 31 раз выход идет. 577, как видите. 577. Так. А тут у нас потребление вот 97 ватт. 577 разделим на 97. 595. У меня, ну, 594 у меня тут. 595. Это значит КПД. Это КПД вход и выход. А есть еще КПД, значит, он еще же мотор крутит это время. Не с такой скоростью, пусть 90 он крутит. 90 в среднем. Ватт надо было, чтобы крутить 31 раз. Помножим на 31. 2790. И плюс 577, 3367, а мы потребили все 97, разделим на 97. Вот КПД, все правильно. КПД, значит, 3471, общий КПД. А КПД выход, вход и выход, если брать, не учитывая то, что он крутится, мотор. А затрат-то нету, а мотор-то крутится. Это можно ездить. Тогда 595. Вот такие результаты. То есть результаты обнадеживают.